Добрый вечер, уважаемые зрители. Через несколько минут начнется игра чемпионата Украины по баскетболу среди мужских команд Суперлиги. Встречаются команды баскетбольного клуба «Химик Южный», баскетбольный клуб «Ферро» ЗНТУ, город Запорожье. Представляем участников игры, наши гости – команда баскетбольного клуба «Ферро» ЗНТУ. Номер 4 – Александр Рыбалка. Номер 6 – Яков Сметрович. Номер 11 – Станислав Дикий. Номер 12 – Максим Козловец. Номер 14 – Андрей Лебединцев. Номер 21 – Джереми Шеппел. Номер 22 – Камерон Мур. Номер 30 – Ричард Гуин. Номер 32 – Даниэль Вернер. Номер 33 – Рэнди Кулпеппер. Номер 43 – Иван Тимощук. Номер 50 – Артем Куцкий. Тренер команды Кирилл Большаков. Помощники тренера Дмитрий Щеклинский, Егор Большаков. А теперь представляем команду баскетбольного клуба «Химик». Номер 4 – Сергей Попов. Номер 5 – Суан Шехович. Номер 6 – Виталий Коваленко. Номер 7 – Сава Лешич. Номер 9 – Вилли Дин. Номер 10 – Александр Левчук. Номер 11 – Станислав Завадский. Номер 12 – Вернон Гудрич. Номер 15 – Артем Кусовой. Номер 31 – Александр Прокопенко. Номер 34 – Лево Джозеф. Главный тренер команды – Звезда Дмитриевич. Ассистент тренера – Виталий Степановский. Президент баскетбольного клуба «Химик» Сергей Назаренко. Председатель совета баскетбольного клуба «Химик» Валерий Горбатко. Игру обслуживает бригада арбитров ФИБА, старший судья Сергей Защук, судьи Владимир Петьев, Александр Закревский, комиссар встречи, комиссар ФИБА Валерий Лапшинов. Усмехнется доля, сгинет.
Добрый вечер, уважаемые любители баскетбола. Приветствуем вас в зале спорткомплекса «Олимп», где Южнинский «Химик» играет свои домашние матчи. Сегодня это матч в рамках Украинской баскетбольной суперлиги. Матч против запорожского «Ферро» ЗНТУ, который сейчас на ваших экранах. Кирилл Большаков, наставник команды, сегодня с многими вопросами наверняка выводит свой коллектив на битву против Южинского «Химика». Ну, скажу вам откровенно, есть вопросы и в составе Южинской команды. Да, эти все вопросы касаются, естественно, только ростера. В составе Звездана Митровича в лазарете находятся Мирослав Тодич и Александр Сизов. Они сегодня участие в матче не принимают. В составе «Ферро» ЗНТУ пока еще вопрос оставляем открытым вот по поводу этого человека. Джереми Шеппел, он долгое время был травмирован, он после травмы еще так на площадку и не выходил, хотя матч предыдущего тура, который «Ферро» проиграл в Днепропетровске, Шеппел тоже разминался, но на площадке так и не появился. Сегодня тоже разминка очень активная от Джереми была. Это, пожалуй, один из, если не ключевой игрок, как минимум оборонительного плана в составе запорожского «Ферро», но не только защитой славится Джереми Шеппел, он, естественно, и много очков приносит команде. Рэнди Калпеппер был на ваших экранах, это главный персонаж, о котором говорил Звездан Митрович в предматчевом интервью. Говорил он о том, что задача его команды, одна из задач его команды на сегодняшнюю встречу будет остановить Рэнди Калпеппера, но я думаю, что такую задачу играть против запорожского «Ферро» ставят перед собой практически все наставники. Все-таки Рэнди Калпеппер – это один из самых ярких представителей украинской суперлиги и один из самых результативных игроков, многочисленный MVP, участник и финалов четырех кубков, обладатель кубка, участник матчей звезд и так далее и тому подобное. За игрой Калпеппера приятно следить, она очень красочная, очень динамична, и вот эту динамику сегодня постарается «Химик» остановить не только от Калпеппера, а в принципе и от всего «Ферро», делая ставку, естественно, на привычную для себя агрессивную жесткую защиту. Стартовые пятерки уже появляются на площадке у «Химика». Дево Джозеф, Сергей Попов, Сава Лешич, Суат Шехович и Вернан Гудрич. Такой старт от Звездана Митровича. Кирилл Вадимович Большаков выпускает на площадку в старте Джереми Шеппела. Все, вопросы сняты. Вместе с ним Станислав Дикий, Артем Буцкий, Кэмерон Мур и, естественно, Рэнди Калпеппер. Итак, джамбол. Ну, прыгали за мяч сейчас два самых прыгучих, наверное, все-таки высоких. Это Гудрич. И вот сейчас здорово Дево Джозеф накрывает первую попытку Рэнди Калпеппера атаковать. В этом матче уже южницы с мячом отзащищались они против первой атаки «Ферро». Ну и Сергей Попов, он против Буцкого. На Попова сегодня, я думаю, большие надежды в плане защиты и защиты против того же Калпеппера. Здесь не разобрались в атаке южнинцы, некому было завершать, и точнее даже не дошло дело до завершения атаки. Мяч был потерян, а вот и Джереми Шеппел. Его первая попытка заработать очки успехом не увенчалась. Об этом тоже много говорилось. Да, выход Шеппела, естественно, усиливает «Ферро». Вот сейчас попробовал Дево Джозеф сыграть в баскетбол, который как раз-таки «Ферро» пропагандирует. Шеппел фолит на Шеховича. Так вот, выход Джереми Шеппела, да, это, наверное, с одной стороны хорошо для команды Большакова, с другой стороны, ну, вы знаете, особо на 100% от проблем эта команда не избавляет. Все-таки человек после травмы пропустил достаточно много. Еще одна дальняя попытка, и совсем уж не точно, от Суады Шековича. Не стремятся команды пока идти под кольцо, преимущественно атакуют издали. Вот сейчас навес на Станислава Дикого, и достаточно красиво открывается на счет. В матче 0-2 «Ферро» впереди. Сава Лешич. Вот сейчас, наверное, все-таки южницам стоит успокоить свой пыл, и все-таки еще одна дальняя попытка, и здесь не точно Сергей Попов. Но уже три игрока «Химика» попробовали себя с дуги, пока безуспешно.
Рэнди Калпеппер, его попытка забросить дальнего увенчалась успехом и счет 0-5. Но, тем не менее, вот 0-5, но пока все очень сумбурно в исполнении обеих команд. И, естественно, сейчас идет привыкание друг к другу. Первая четверть только началась, чуть больше двух минут в ней сыграно. Сава Лешич в привычной для себя манере пытался добавить здесь Вернон Гудрич, но сохраняет Буцкий мяч для своей команды. Кэмерон Мур. И под ним оказался Сава Лешич, которому дают персональное замечание. Сава Лешич, номер 7, первый фол. Итак, Кэмерон Мур на линии штрафных. 0-6 пока. В сухую Ферро выигрывает у Химика. 0-7. И причем начинает достаточно активно. Сразу 7 очков в плюсе. Чем будет отвечать южинский химик с выходом Вилли Дина, который поменял Сергея Попова? Возможно, игра южинцев поменяется. Поменяется она в плане атаки в первую очередь. Здесь на Вилли Дина расчет в том плане, что он будет выводить игроков. Так, а что случилось сейчас? Да, ли технический фол арбитры? Технический фол получил главный тренер команды «Химик» Звезда Дмитриевич. Звезда Дмитриевич. На ровном месте. Буквально ничего не происходило сейчас и ничего не требовало этого фола. Ну и вот при ситуации 0-7, два броска плюс владение для Ферро. И это Рэнди Калпеппер дважды. 0-9. Но не выдержали нервы у наставника южинского химика. Пытался заиграть сейчас Станислава Дикого, Артем Буцкий. Дикий заступил за лицевую линию. Это сейчас красноречиво продемонстрировал один из арбитров матча Владимир Педи. Ну, помимо Владимира Педева, сегодняшнюю встречу судит еще Александр Заклевский и старший судья матча Сергей Защитник. Вот и первые очки южинского химика. Сава Лешич из-под кольца. 2-9. Ой-ой-ой, как раскидали сейчас. Но все рассчитывали на то, что Дикий будет завершать эту атаку. А здесь получился провал. Вышел на Дикого Вернон Гудрич. Кэмерона Мура освободил. Тот заколачивает мяч сверху. 2-11. Очень уж неприятный счет для хозяев площадки. Гудрич долго не может мяч никому отдать. В итоге находит Вилли Дина. И Вилли Дин все-таки пробирается под кольцо. Показывает ложный замах, делает на передачу. И сам замыкает эту атаку. 4-11, но тем не менее все еще приличный перевес Ферро, который особых проблем в нападении не знает. Здесь уж слишком откровенно и открыто шел Кэмерон Мур. Вилли Дину никто не помогает, трое буквально игроков Ферро против него были. Химик не стал пользоваться этой ситуацией, не стали обострять атаку южницы. Дево Джозеф со средней атакует точно. 6-11. Артем Буцкий. И отдает им передачу в руки Дево Джозефу. Здесь зачем? Зачем было отдавать пас на Вилли Дина? Деву Джозеф, конечно, смело мог показать просто и идти дальше на кольцо, зарабатывать свои 2 очка. Тайм-аут берет Кирилл Большаков. Пять минут 31 секунда. Время, оставшееся сыграть в первой четверти. Счет матча 6-11. Ферро впереди. Но владение сейчас будет у южинцев.
Параллельно с нашим матчем началась встреча в Киеве. Будивельник играет против Одессы на своей площадке во Дворце спорта. И там пока счет матча 7-8. Одесситы впереди. Вот такой не очень приятный старт этого матча для Южинского Химика. Создает определенные проблемы уже в первой четверти. И хозяева площадки не просто в роли догоняющих сейчас выступают, а отстают весьма прилично. Но удалось подсократить. Сейчас все-таки всего 5 очков разницы. И атака Коваленко с периметра, к сожалению, очков не приносит Химик. И подбор не успел достать Дево Джозеф. Ричард Гуин. Этот может атаковать как издали, так и из-под кольца. Но неточный бросок Ричарда Гуина заканчивается тем, что Химик идет в контратаку. И сзади на Джозефа фолит Артем Буцкий. Артем Буцкий, номер 52-й фол. Двойная замена у Ферро. Уходит с площадки. Буцкий уходит с площадки. Кэмерон Мур. Рыбалка и Шапова вышли. Ну, на позиции пятого наверняка будет там толкаться Дэниел Вернер. Ой-ой, как тяжело сейчас было Виталию Коваленко эти 2 очка заработать, но он справился с задачей. 8-11. Во-первых, очень жестко держал его Дэниел Вернер, но так спиной все-таки монументально выстоял Виталий Коваленко, а здесь уже Вернер дает свой ответ Химику. 8-13. Шехович на Коваленко, отправляет того под кольцо, и Дэниел Вернер уже вынужден фолить. Это, кстати, 4-й командный для Ферро. Первый для Вернера. А у Химика пока всего один фол. Коваленко забивает один из двух. Причем второй уже сам понял, что не попадет, но не успел сорваться на отскок. Опытнейший Александр Рыбалка. И Ричард Гуин. Атака со средней, не точно. Сава Лешич первый на подборе. Вилли Дину нужно мяч отдавать. Что и делает. Вилли Дин раскачивает Шапла, идет под кольцо и зарабатывает 2 очка. 11-13, и вот всего 2 очка разница. Шапл 1-1 против Вилли Дина. Какой мяч Джереми Шапл забивает. 11-15. Снова Вилли Дин с мячом. На Коваленко играет. Коваленко после пивота отдает передачу на Саву Левшу. Тот из-под кольца не точно, но сам же забирает подбор. И фолит на нем кто-то из больших. Гуин или Вернер. Сейчас увидим. Дэниел Вернер получает второе персональное замечание. Дэниел Вернер, номер 32, второй фол. Второе персональное замечание у Вернера. Стас Дикий выходит вместо него, а Сава Левшу готовится исполнить 2 штрафных броска. Лешич, в принципе, неплохо справляется с этим компонентом, но вот бывают у него игры, когда первый категорический мяч не летит в корзину. Поменялась игра и в Киеве. Будивельник уже выигрывает у Одессы 14-10, а у нас с вами счет 13-15. И... Но вряд ли сюрприз для кого-то, что достаточно результативно играют команды в первой четверти. Не особо заметен Рэнди Калпеппер в первой четверти этого матча. А Джереми Шапл здорово отмечает свое возвращение на площадку. У него 5 очков уже. И сейчас очень нужную трех он забросил. Придерживал сзади Саву Лешича
Станислав Дикин. Лешич пока очень полезен на площадке. На нем действительно много фалят. Лешич собирает немало подборов. Ну и самое главное, что Лешич приносит команде очки. Ну вот, первый бросок не точно от экс-представителя Цервена Звезды. Второй мяч в корзине. 14-18. 4 очка. Разница за 3 минуты до конца первой четверти матча. Ну вот, кстати говоря, выпал немножко, да, из игры Кал Пеппер. Но здесь успевает все-таки свалить Дево Джозеф. Но вместе с Кал Пеппером выпадает из игры и Джозеф, который как раз-таки Кал Пепперу и приклеен все это время. Соответственно, у канадца, скорее всего, первоначальная задача в этой игре пока что держать Рэнди Кал Пеппер. И Ричард Гуин, в общем-то, той же монетой отплатил Саву Лешичу. Один из двух забил. А вот и Дево Джозеф напомнил о себе. Дальние два очка. И то, опять же, то, о чем говорилось. Ферро всегда старается играть очень быстро и быстро переходить от защиты в атаку. Самое главное и смертельное оружие – это как раз-таки контратаки. Рыбалка одного на периметре оставлять очень опасно, но Александр не попадает. И снова Сава Лешич, первый на подборе. Вилли Дин, нет, естественно, не спешит он с завершением этой атаки. Джозеф, передача в ноги, очень неудобная. Во-первых, не ждал ее Лешич, а во-вторых, действительно, вниз отдана большому игроку. Тайм-аут просит теперь уже Звезда Дмитрович, и дают его арбитры за 2 минуты 2 секунды до конца первой четверти. Химик сейчас будет атаковать, проигрывая пока всего 3 очка, 16-19. Итак, завершилось общение команд с тренерами. Ну и похоже, что замена произведена у химика. Сергей Попов. Вместо кого, по-моему, вместо Суада Шефовича появился в пятерке. Вилли Дин оставляет его один на один с Лебединцевым, он абсолютно без проблем. Здесь технически Вилли Дин, конечно, во многом превосходит своего оппонента. Вилли Дин на опыте просто сейчас эти два очка заработал. 18-19, одно очко разницы в счете. Кал Пеппер пытается сыграть на Гуина, но перехватывает мяч Сава Лешич и толкает его в спину. Первое персональное замечание у Ричарда Гуина. Ну так, не то чтобы толкал спину, подталкивал, конечно, Гуин. Ну и после того, как Лешич свои штрафные исполнит, если, конечно, второй забьет, выйдет вместо него Артем Пустовой.
на замену бьющего. Он как раз сейчас присел. По 6 очков у Лешича и Дина. И счет матча, кстати, сравнялся впервые. После того, как он был, естественно, 0-0. Да, коснулся мяча все-таки Камерон Мур. А вот не было бы этого касания, возможно, мяч бы свалился все-таки в корзину. Фалит Дево Джозеф. Фалит Дево Джозеф на Рэнди Калпепери. Калпепер исполняет штрафные, но... Фол там, скорее всего, был, естественно, тут и не будем мы сомневаться в решении, принятом арбитрами. Сомневаются в этом решении лишь болельщики Химика, но это и понятно. Калпепер забивает один из двух. Но подбор выигрывает Ричард Гуин. Ричард атакует со средней дистанции. Не точно. Все броски с жесточайшим сопротивлением у Ферро. Вилли Дин получил мяч на периметре. Опять же, не бросает он издали. Но дает возможность сделать это Виталию Коваленко. Коваленко не попал. Мяч все-таки за лицевую уходит. Шехович вместо Джозефа. У Дево 4 очка, 2 персональных замечания. С такими показателями уходит он на скамейку запасных. У Химика есть еще фол, кстати говоря. В запасе 3 командных пока у южницев. Да-да, но фол сейчас был раньше. До атаки. Но теперь уже... Теперь фалить нельзя. Нужно попробовать защищаться чисто. А Ферро попытается, конечно, заработать очки. Пока у них всего плюс одно. Ну и Ричард Гуин здесь выводит на атаку Кэмерона Мура. Но успел. Успел все-таки и на Гуина выйти, и Муру помешать. Артем Пустовой. Хорошо сыграл сейчас в защите. Гуин получил второй фол, свалил на Шеховича. Суат идет исполнять два броска. И первым сравнивает счет матча. Кстати, первое очко Суата Шеховича в сегодняшней игре. Ну и Химик выходит вперед. 21-20. Накрывает Калпепера все-таки внизу уже где-то. Артем Пустовой. Здесь Дин не стал сам завершать. Так, до последнего, да, до последнего нужно разыгрывать. Показывали сейчас и Коваленко, и Шехович не спешить своим партнерам по команде. Здесь разница между атакой и временем оставшимся 1 секунда. Но Дин берет на себя право этого броска и забивает 3 очка. Пробежка у Рэнди Калпепера. И начинает нервничать Рэнди. Традиционно для себя нервничать, когда что-то не получается. 2,2 остается еще у Химика на ответ, между прочим. Плюс 4. Вилли Дин, 9 очков. Ой-ой-ой-ой-ой. А близок-то был Коваленко к тому, чтобы еще очки заработать. Но, тем не менее, Химик, который начал эту четверть далеко не лучшим образом, проигрывая там около 10 очков, в итоге выигрывает уже плюс 4. И 10-минутка у нас такая вышла, весьма интересная, смотрибельная. Ну, очень много экшена в ней. 24-20 счет. Пока баскетбол более чем.
участие в баскетбольных клубах Украины Суперлига в исполнении благодарю спонсорам и партнерам. Ну что, подведем и мы небольшие итоги первой четверти. По статистическим данным, которые абсолютно отчетливо видно, что Химик выигрывает подбор 12 против 9. Химик лучше атакует двухочковыми. 70% попадания, 7 из 10. В то время как у Ферро 4 из 11, 36,4%. Но вот с трешками, правда, беда пока что. 1 из 7 у Химика и 2 из 4 у Ферро. Но не забивает сейчас Попов. Не смог подобрать этот мяч Артем Пустовой. И Буцкий. Буцкий, который половину четверти просидел с двумя фолами. Попов здесь уже отрабатывает в защите, совершает перехват. Дает мяч Вилли Дину. Дин здорово дает пас на лицевую Виталию Коваленко. И тот забивает сверху. 26-20. Артем Буцкий. Но не пустит его так просто Сергей Попов. Буцкий от стекла попытался очки свои заработать. Кто же мячом-то завладеет? Кэмерон Мур выбрасывает на Шеппола. Шеппол мяч сохраняет. Дэниел Вернер. Вернер не атакует издали. И в обыгрыш пока идти не собирается. Вот все-таки посмотрел, партнеров не увидел, решил все-таки атаковать. Шехович первый на подборе после промаха Дэниела Вернера. Вилли Дин. Снова все делает сам, но чуть-чуть. Все-таки мяч скапризничал сейчас, не захотел сваливаться. В корзину срывает контратаку Джереми Шеппола Сергей Попов. Идет отдыхать Александр Рыбалка и возвращается на паркет Рэнди Калпеппер. Вместо Попова выходит Александр Рябчук. Не меняет Вилли Дина, Звезда Дмитрович. Не дает пока отдыхать ему, хотя Дин не всю первую четверть провел на площадке. Но почему не меняет Дина, понятно. Дин сегодня очень хорошую игру проводит. Фол Вилли Дина за остановку корпуса. Видели вы только что повтор момента. Но как же нацелен Химик на борьбу? Тут практически каждый мяч пытаются выгрызать южнинцы. Буцкий на Мура. А Мур в статике. Мур абсолютно пассивен сейчас. И Калпеппер, да, все-таки добросил мяч до кольца. Но это и все, на что сгодилась атака Ферро. Ой, высоченный Артем Пустовой здесь проигрывает все-таки подбор прыгучим парням из запорожской команды. И вот настолько прыгучим. Яркий очень алиуп сейчас в исполнении Шеппола и Мура. Коваленко. Еще одна дальняя попытка. Не точно. Рябчук первый на подборе. Шехович снова издали. Снова не точно. Но спешат. Спешат хозяева площадки с дальними бросками, с дальними атаками. Причем поспешный, никто никуда не гонит. И в итоге пропускает Химик 2 очка от Рэнди Калпеппера. 26-24. И 2 очка разница. Пустовой один остается на периметре. Вот теперь заслон для Вилли Дина. Вилли Дин со средней дистанции атакует не точно. Калпеппер сохраняет мяч для своей команды. Вместо Коваленко выходит Сава Лешич. Замена в команде Химик на площадке Сава Лешич номер 7. Шехович плотно отыграл с Буцким. И в итоге 10 секунд остается у Ферро на атаку. Мур пытается наведение обыграть Кустового, но средний бросок с отклонением приносит 2 очка запорожской команде. И счет матча снова сравнивается. 26-26. Шехович. Ну, не мастер вот, не мастер все от таких бросков.
Естественно, тяжело ему сейчас далась эта атака, но мяч в аут ушел от игроков Ферро. Еще одна замена. Гудрич вместо пустового. Ничья у нас в матче. 26-26. Очень интересная игра, не зря заслуживающая звания центрального матча сегодняшнего игрового дня. Вот Гудрич сейчас на опыте и на силовом. Вот сейчас давайте после контратаки завершим нашу мысль. Здесь доиграли момент двое. И Дин, и Шехович, но все-таки арбитры засчитывают 2 очка. Гудрич, играя силовой лупост, сейчас хорошо все делал. Но вот как-то неуверенно с броском у него. И в принципе не чувствует сейчас в Гудриче той уверенности, которая была в нем раньше. Выигрывает подбор на чужом щите Сава Лешич. И из-под кольца зарабатывает очередные 2 очка для себя и для команды. 28-28. У Лешича 8 пунктов. Джереми Шаппел и Вилли Дин выбивает у него мяч из рук. Мяч идет в аут. Арбитры отдают мяч кому? Ферро. Вместо Шаппела. Все считают, что от Шаппела мяч ушел в аут. Это фол нападения 100% при постановке заслона от Ричарда Гуина. Ричард Томас получает 3-е персональное замечание. Три фола у Гуина и 1 очко Ричард успел набрать. Сава Лешич. Не идет. Не идет у Шеховича сегодня. Мы знаем, что такое не идет у Шеховича. Буцкий получает тоже 3-е персональное. Уже 2 игрока в составе Ферро имеют по 3 персональных замечания. Ой-ой-ой, как Вилли Дин сейчас все прочитал. И ощущение было, что вымерил он вот этот проход свой еще, и пока в ауте находился. Фалит Сава Лешич. Показывают арбитры, что замену нужно произвести. Поменять Калпепера. Ну, смотрел там один из судей кровь у него. Ну, говорят, вроде бы все нормально, можно играть. Тут же фол Суаду Шеховичу. 4-й командой для Химика. 1-й для Шеховича. Энди Калпепер. Против него Александр Рябчук. И дважды Рябчук. Дважды молодец в любом случае. Дают арбитры здесь фол Рябчуку, но... Два раза украинский защитник Химика здорово прочитал Калпепера. Другой вопрос, что Рэнди сейчас со штрафных очки зарабатывает. И сравнивает счет матча. Опять же, 30-30. Но же верно. Вот теперь все опять было сделано правильно и
так, как умеет Вернон Гудрич это делать. Но что происходит с игроком? Большой вопрос. Почему сверху, опять же, он не забивал после того, как продавливал Кэмерона Мура? Близок был перехват у Вилли Дин, но здесь Кал Пеппер с мячом остается. Рэнди, средняя попытка. Вот который раз, кстати, за сегодня у Рэнди едва ли мячи долетают до кольца. А это два очка от Кэмерона Мура, и Ферро уже впереди. 32-30. Вилли Дин, три очка. Никто не мешал ему сейчас эти очки зарабатывать. Но здесь не включились в борьбу все. 2 финалиста столкнулись. Финалиста конкурса слэм-данков матча звезд прошлого года. Вернон Гудрич и Рэнди Калпеппер. Гудрич получает первое персональное. Вместо него выходит Станислав Завадский. Ну вот и начал раскрываться постепенно Рэнди Калпеппер. 11 очков у него уже, вот 12. И снова Ферро впереди, 33-34. Суатшехович, передача на Рябчука, Рябчук издали. Ну это в молоко бросок. Считать фол дают Завадскому, а Ричард Гуин попробует с линии штрафных теперь очки набрать. Попов вместо Рябчука. Хорошо Рябчук в защите отработал, но сейчас, я думаю, Попову ту же задачу ставит Звезда Дмитрович. Два попадания Ричарда Гуина с линии. Счет 33-36 в пользу Ферро. И вместо Лешича выходит Виталий Коваленко. Вилли Дин получает мяч. Дин, у которого уже 14 очков. Еще одна дальняя попытка. Нет, Вилли в этот раз не попадает. Кэмерон Мур выигрывает подбор, оставляя за спиной Станислава Завадского. Пытается там пролезть как-то Рэнди Калпеппер. Попов, чистейший блок. Доработал до конца эпизод с Калпеппером. Еще раз смотрим. Здорово. Красивый момент. И Рэнди не побоялся, пошел до конца. Ну, здесь и сомневаться не приходится, что Калпеппер будет идти до конца. Суатшехович. Второе персональное замечание. Ну вот, если у Ферро два игрока получили по 3 фола, то у Химика ни одного, но зато фолы есть почти у всех. Забивает Кэмерон Мур, 33-38, 5 очков разницы. Выходит Лебединцев вместо Шаппела. Это фол на Вилли Дине. Помнили игроки Ферро о том, что фолы у них еще есть. Есть еще одна возможность нарушить правила, если это будет необходимо. Велидин все выжидал, когда провалится Завадский, чтобы заиграть его. Попов, ну уже, по-моему, Завадский все-таки затолкал мяч в корзину. Кому? Попову, да, засчитали 2 очка. 35-38. Калпеппер на Мура.
Мур под кольцо играет на Ричарда Гуина. Здесь аут. За лицевую вместе с мячом вылетел Ричард. Попытался химик вот воспользоваться этим долгим возвращением в защиту своих соперников, провести быструю контратаку, но в итоге это превратилось в потерю. И два очка в ответ от Калпепера. 35-40. Завадский отдает на Вилли Дина. Дин остается против Лебединцева. Но Дину лезть под кольцо сейчас смысла нет. Там два больших уже поджидает. Все-таки Лебединцев успевает свалить. Второй фол у Лебединцева. Вместо него выходит Шаппел. Виталий Коваленко с мячом. Ну так, курьезный пас прилетел в руки Суаду Шеховичу, но и здесь отскок. Увели Дина. Время есть, спешить не нужно, можно готовить эту атаку. Попов, а Попов-то помощнее, чем Калпепер. Здесь Рэнди не выдержал натиска от своего оппонента. 37-40. Но Гуин не забивает, и мяч за лицевую идет от игроков запорожской команды. 35,8 секунд до конца второй четверти. Тайм-аут берет Звезда Дмитрович. Мы пока посмотрим, что происходит в Киеве. Там Будивельник принимает Одессу. И счет 47-33 в пользу киевской команды. Стартовал матч в Днепродзержинске. Днепрозод принимает там Донецк. И счет 16-17. Первая четверть. Итак, три очка отделяет сейчас Южинский Химик от запорожского Ферро. На исходе первой половины матча Химик-Ферро встречаются команды, которые занимают пятую и четвертую строчку турнирной таблицы соответственно. И у Ферро на два матча больше сыграно, чем у Химика. Поражений столько же, сколько у Южинцев. Поэтому сегодня Химик пытается во что бы то ни стало победить и нанести Ферро еще одно поражение, чтобы у тех было на одно больше. Вилли Дин через троих попытался пройти, и эти трое лишь с помощью нарушения правил смогли остановить американского разыгрывающего химика. Дин сейчас исполнит два штрафных броска. Тем временем Попов вместо Дево Джозефа вышел. И Репчук поменяет Вилли Дина на оставшееся время, чтобы отзащищаться. Ну и Дин получит чуть больше времени на отдых. Очень хорошее противостояние, кстати, первых номеров. Дин 15 очков уже. 16 и 14 очков у Рэнди Калпепера. Итак, 39-40. И времени у нас еще на две атаки. Шаппел. Десять секунд у Ферро осталось для того, чтобы совершить бросок. Кэмерон Мур на Рэнди Калпепера. Калпепер будет сам все делать. Идет он под кольцо. Нет, мяч не коснулся кольца.
Опять же, реагируют мгновенно Звезда Дмитриевич, Вилли Дин и Девил Джозеф. Возвращаются на площадку. Защитники наши, Попов и Рябчук, садятся на скамейку запасных. Ну и Вилли Дин возьмет мяч в руки. Пошли 6 секунд. Дин набирает скорость сумасшедшую. Дает мяч Девилу Джозефу. А тот его упускает в аут. Ну и теперь уже тайм-аут берет, естественно, Кирилл Большаков. Теперь у его команды есть 2,1 секунды, чтобы забросить 2 или 3 очка в раздевалку. Ну, сейчас, наверное, многие будут ожидать элементарные вещи. Мяч Калпепперу и будь что будет, как говорится. Но за 2,1 секунды это еще нужно добежать до того места, откуда мяч будет выпускаться. Да, вот все-таки Калпепперу его отдают. Рэнди, ну, не с центра площадки, но метров, наверное, с 9, с 10 бросок выполнял. Не попал, естественно, и таким образом закончилась у нас первая половина увлекательнейшего матча со счетом 39-40. Запорожский «Ферро» пока что на выезде обыгрывает южинский «Химик» с разницей всего-навсего одно очко. Поэтому оставайтесь вместе с нами после перерыва, все самое интересное. Добрый вечер, дорогие друзья! Я вышел сюда, в центр зала, для того, чтобы объявить вам приятнейшее известие. Мы перезимовали. Поздравьте друг друга. Весна наступила. Произошли еще многие события, но они личного характера. И все-таки у одного человека 29 февраля был бы день рождения. Поздравьте его. Сегодня, в первый день весны, детям несказанно повезло. С каждой трибуны большой я возьму по одному умельцу, который учится попадать в трехочковой зоне. Это не надо выходить вперед, нужно поднимать руки. Пожалуйста, друзья, дети, я прошу, дети это такие еще худые взрослые. Худые взрослые, мы смотрим на вас. Вот мальчик, который вверху стоит, да, иди к нам, пожалуйста. Спускайся, подходи к этому кольцу. Любимая моя трибуна выставляет сегодня кого? Так, вверху мальчики, я вижу. Вот парень, да, молодец, в нашей футболке. И, наконец, трибуна L, L. Девочки, может, тут хотят, нет? Девочки не хотят, мальчики хотят. Вот девушка, молодец, давай ко мне, малыш, да, смелее. Все, уже лимит исчерпан для этой трибуны. Пожалуйста, парень. Центральная трибуна. Что делает центральная трибуна? Как нет молодых? Есть молодые, я вижу, все молодые. Виктор Иванович, будете бросать? В следующий раз. Хорошо, мы используем наш лимит. Мы видим всех. Поднимите руки, пожалуйста, на этой трибуне, кто хотел бы рискнуть в нашей лотерее. Или вот ваш полномочный представитель. Мы берем его. Итак, почему не все подошли, кого я выбрал сюда? Где играющие? А, вот вы. Смелее сюда. Нам нужен еще один игрок. Итак, это будет, несомненно, еще одна девочка. Девочки, поднимайте руки. Пожалуйста, иди к нам. Только сумку оставь, подруги. Молодец. Вы знаете, что нужно делать? Молодцы. Нужно попасть в это кольцо. Эта игра называется как? Забыл.
Баскетбол. Аплодисменты. Правильный ответ. Ну что, 6 человек, 6 призов. Все честно, беспроигрышная лотерея. Дети получают свою возможность. А почему ты пошел? Ты не добрался с трехочковой? Быстренько пробуем с трехочковой сначала. Поехали. Зал помогает. Не добросил. Второй человек. Второй. Быстренько, быстренько. Но уже ближе к кольцу. Отходим в сторону. Девочки подходят. Смелее. Мне кажется, нет, во-первых, сильнее бросать. Ну, у тебя еще будет возможность. Не-не, сейчас не ты. Подожди, сейчас подруга. Боевая подруга. Что-то мне подсказывает, что мяч не долетит. Но теперь два взрослых представителя, они точно добросят. Давайте. Красивая дуга, но мяч пролетает мимо кольца. И, наконец, приближаемся сюда, на медную пяточку. Становимся и поехали. Вот он мяч, почти долетел. Юнош. Даже в щит попал. Это уже что-то значит, пожалуйста. Помогите девушке. Ай-яй-яй, если ваши аплодисменты. Ну, второй помогите. Помогите второй девчонке. Сил у нее, ой-ой, изо всех сил. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Остались два взрослых парня, которые, я чувствую, разыграют сейчас эту лотерею. Продолжаем бросать. Девочка, можно отсюда бросать. Давай девчонки первые, вот, пожалуйста, с этой линии. Давай девчонкам уступим. Давай девчонкам, давай. Я понимаю, поехали. Вот она, вот это ее точка. Вторая принцесса. Сильнее. Пока не получилось. Парни, вы все-таки бросаете штрафные, да. Поехали. Близко, но не точно. Уверенная майка химика. 6 ударов и... Красавец! 2 человека уже попало, я вижу. Близко и последний бросок. Есть бросок. Итак, кто попал, пожалуйста, подходит и бросает еще. Кто попал? Внимание. Неудачный бросок. Но, конечно, молодая весенняя девочка ждет ваших аплодисментов. Вот он! Конечно! Почему у нас нет женской команды? Смелее. И вот она, победительница. Дорогие друзья, фан-клуб и баскетбольный клуб «Химик» вручает всем по календарю, под ваши аплодисменты. А победительница получает календарь перекидной всей Суперлиги. Как тебя зовут? Катя. Катя, поздравь всех с наступлением весны. Праздником! И что нужно пожелать команде «Химик»? Счастье, чтобы победы были всегда. Сегодня. Поддержите детей аплодисментами, друзья. Весна продолжается. Спасибо. See, she's doing battle without you lately. Now the awful truth's getting out.
Асоціація баскетбольних клубів України «Суперліга» висловлює свою подяку спонсорам та партнерам. Технічний партнер «Суперліги» та офіційний м'яч «Суперліги» – торгівельна марка «Адідас». Телевізійний партнер – телеканал «Новин 24» та телеканали «Спорт-1» та «Спорт-2». Дивіться трансляції матчів «Суперліги» на телеканалах «Спорт-1» та «Спорт-2». Генеральний інтернет-партнер – «Спортбігмір.нет». Інформаційний партнер – інтернет-портал «Чемпіонат.ком». Yeah, everybody in the house, report to the dance floor, right now. Yeah, yeah. Come on. Yeah. Let's go. Baby, tell me what your favorite drink. What you like to get poppin', what you think. Cause girl, I wanna get it on till the break of dawn. Baby, dancing to your favorite song. Oh, итак, вместе с лучшими моментами первой половины матча «Химик Ферро» мы возвращаемся к игре буквально через полторы минуты. Начнется у нас третья четверть матча. Счет после двух четвертей 39-40. Южинский «Химик» проигрывает на своей площадке запорожскому «Ферро» с разницей 1 очко. Напомню, что в этом сезоне команды уже встречались дважды. В первом круге победу праздновала команда «Химик» со счетом 82-75, если не ошибаюсь, и 105 очков против 91 очка. «Ферро» забил «Химику» на своей площадке. 105 очков – это пока рекорд запорожской команды по набранным очкам в этом сезоне. Причем 105 очков были набраны без овертаймов, 4 четверти. Сегодня, конечно, по счету пока далеко до такой сумасшедшей результативности, и тем не менее, очень неплохо провели команды, активно провели команды первые две четверти. Нельзя сказать, что игра стояла. Активно пытались команды идти в проходы, много атак из периметра у нас было. Много слэм-данков, естественно, с участием таких команд, которых есть такие исполнители, которые очень любят радовать болельщиков красивыми моментами. Все это у нас сегодня было. Но и самое главное, что было, и то, что остается, это интрига в сегодняшнем матче. Она ни в коем случае не умирает и, похоже, что не собирается. Даже команды очень часто друг другу лидерство отдавали. И несколько раз был счет равным. Но и вот сейчас разница всего 1 очко, вы сами понимаете, что в считанные секунды сейчас все может измениться. Владение у «Ферро» с начала третьей четверти. И Дэниел Вернер получает мяч, набирает сумасшедшую скорость и забивает сверху, тем самым увеличивая преимущество своей команды до 3 очков. 39-42. Виталий Коваленко проделывает то же самое, правда, забивает данк двумя руками. Уверенно очень Коваленко сыграл в этом моменте. Ну, как, собственно, и верно в предыдущем. Опять же, обменялись команды эффектными завершениями атак. И вот теперь позиционное нападение. И снова Вернер. И тут уже фолит на нем вынужден Вилли Дин. Для Вилли это второе персональное замечание. Забрасывает первый штрафной Дэниел Вернер. И второй мяч в корзине. 6 очков у Вернера в этой встрече. И его команда выигрывает 3 очка.
Пока очень тяжело сказать, за счет чего та или другая команда может уйти в более уверенный отрыв. Здесь все настолько на равных и настолько на грани постоянно, что... И опять же, сейчас заканчивается время, отведенное на атаку. Попов вынужденный бросок и 2 очка. Очень точный бросок от Сергея Попова. 43-44. Обе команды нацелены на перехваты. Обе команды хорошо работают, стараются на подборах. Здесь какого-то явного перевеса в каком-либо из компонентов просто нет. Рэнди Калпепера запустили сейчас все-таки под кольцо. 43-46. Задача остановить Калпепера пока выполняется с переменным успехом. Шаппел был близок к тому, чтобы мяч перехватить. И у Джереми третье персональное замечание. Напомню, что на трех фолах у Ферро Буцки, Шаппел и Гуин. Вилли Дин издали. Нет, не забивает Вилли. Подбор выигрывает Артем Буцкий. 3 в 2 выходит запорожская команда. И здесь накрывает Виталий Коваленко Джереми Шаппела. Вилли Дин завершает эту атаку 2 очками. 45-46. Снова быстро переходит в атаку Ферро. Рэнди Калпепер раскачал Сергея Попова. И какие сложные 2 очка. Очень тяжелый мяч забивает Рэнди Калпепер. 45-48. Вилли Дин снова идет под кольцо. И снова 2 очка. 47-48. 20 очков у Дина. 18 у Калпепера. Превосходное противостояние, за которым приятно смотреть. Сейчас, конечно, 4 атаки без, ну, практически без защиты мы с вами смотрели. Дальняя попытка от Джереми Шаппела. Не точно. Подбор выигрывает Попов. И ошибается с передачей. Ну, читалась же она абсолютно 100%. И Калпепер в итоге. 3 очка, по-моему. Да, 3 считают арбитры. 47-51. Ну, а здесь уже успел договориться кто-то. Кэмерон Мур, по-моему. И еще один. Кэмерон Мур получил технический фол за разговор с арбитрами. Подошел к судье, чтобы высказать свое недовольство, и получил, по-моему, второй техна. Ну, а Вилли Дин не забивает первый штрафной. Еще 3 попытки у него есть. Хотя вот только штрафными можно было сравнивать счет. Есть третье попадание. Ну, в смысле, второе попадание из 3 попыток. И последний бросок Вилли Дина. 50-51. Но Кэмерон Мур здесь, конечно, молодец. В кавычках. Наговорился Кэмерон Мур вдоволь. Сергей Попов. Нет, все-таки подбор забирает Виталий Коваленко. Остается атака за Химиком. Снова Вилли Дин. Выбивает у него мяч из рук. Станислав Дикий забирает подбор. Рэнди Калпепер мчится под кольцо. Накрывает его Сергей Попов. И мяч чисто в руки забирает Вилли Дин. Ну что, снова он будет? Нет, отдает Попову. Попов. Дальняя атака. 3 очка. Сергей Попов. 53-51. Химик вперед выходит. Да, очень такие красочные эпизоды у нас. Причем вот эти нервы, которые сейчас на игроков, на игроках работают, они добавляют только остроты в наблюдении за матчем. Виталий Коваленко всего-навсего первое персональное замечание. Мог он себе позволить свалить. Это второй командный для Химика. 3 фола уже есть у Ферро. Но, опять же, должны сказать спасибо Кэмерону Муру.
Рэнди Калпеппер пытается сохранить мяч в игре, а от Вилли Дина собирался выбивать его в аут, но уже сам в ауте оказался. А там Дин готов был с мячом убежать уже в отрыв. Вилли Дин против Артема Буцкого, и здесь Вилли перемудрил. Конечно, да, просил пошире. Пошире он играть просил своих партнеров по команде. Сейчас известный Дмитриевич это высказывает своим подопечным. Но здесь подбор выиграет. Рыбалка на Гуина. Нет, не стал рисковать Александр Рыбалка. Вот сейчас только на Гуина играет. И Гуин остался против Сергея Попова. Попов фолит. Но здесь неравноценный размен получился. И Попов, конечно, по массе проигрывал Ричарду. Замена у Химика. Да вот Джозеф вместо Сергея Попова. У него три фола. Я думаю, только поэтому меняют Попову. Сейчас просто аплодисменты всего зала за те эпизоды, которые он отыграл. О, тут Ричард Гуин без проблем сравнивает счет матча 53-53. Вилли Дин снова идет под кольцо и забивает. Опять же, 25 очков уже у Вилли Дина. 55-53. Я думаю, сейчас многие в Вилли Дине узнают того Дина, которого Украина узнала в прошлом сезоне. А здесь-то что? Борьба за отскок, и Вилли Дин первый на мяче. Вилли набирает скорость, пытается нагрузить здесь в улежься в трехсекундной, которого уже придерживал руками Александр Рыбалка. Это фол для Рыбалка. Это у него первая персональная, но четвертый командный для Ферро. Вместо кого Гудрич вышел, мы узнаем после тайм-аута. Судя по всему, вместо Лешича. Кирилл Большаков взял минутный перерыв. Мы пока посмотрим, что у нас в других матчах. Будивельник выигрывает у Одессы 60-55. Днепр-Азот проигрывает дома Донецку 40-48. Ну, еще одна игра началась. Крепас Баскет дома принимает Ивано-Франковскую Гаверлу. Там только начало первой четверти. Счет 5-8. Гаверла впереди. Итак, 4 минуты, 56 секунд. Осталось командам играть в третьей четверти. 55-53, Химик впереди. Рябчук не может найти, на кого выбросить. Находится все-таки верно на Гудриче. Сразу, наверное, не сыграл, когда тот готов был мяч принять. Сейчас уже заиграть большого на лоу-посте не удается. Дево Джозеф мяч получает на периметре. Идет проход и 2 очка от Дево Джозефа. Ну, такие не очень уверенные, но это 2 очка. 57-53. Артем Буцкий уходит от Джозефа, причем без особых проблем. И Дево Джозеф наверняка один из немногих, кто знает, что пускать Буцкого в левую сторону, открывать ему левую сторону, это последнее, что можно делать. Но так насели на Гудрича сейчас, что даже досталось, по-моему, Артему Буцкому. И у него четвертое персональное замечание. Площадке Джерри Шеппелл номер 21, Даниэль Вертер номер 32.
Шеппел вышел вместо Буцкого, и Вернер поменял Станислава Дикого. Вернер Гудрич сейчас мог заработать свое первое очко в этой игре, но промазал с линии штрафных в первой попытке. Второй мяч в корзине. 58-55. Рыбалка. Все спрятались. Вот сейчас Кал Пеппер здорово освободился в разрез. Рыбалка отдавал. Но здесь и Александру Рыбалка надо отдать должное. Хороший пас. И вовремя стартовал Кал Пеппер. Два с фолом сейчас забивает Рэнди. У Кал Пеппера есть шанс сравнять счет в матче. Он этот шанс не упускает. 58-58. Суат Шехович. Нет, не попадает Шехович издали. И здесь Шеппел. Первый на мяче. Он, естественно, будет забивать сверху. И вот снова Ферро впереди. Причем очень быстро Ферро расправилась со своим отставанием. И вышла вперед. Очень уж лишний фол от Александра Рыбалка на ровном месте, тогда, когда ситуация никак не требовала фола. Оба штрафных Дэво Джозеф реализовал, тем самым счет матча опять же сравнялся. 60-60. А это уже фол в центре площадки от Александра Рябчука. И теперь Рэнди Кал Пеппер будет бросать штрафные. Но Кал Пеппер своей персональной гонки за Вилли Дином сейчас уже догоняет его. 25 очков у Кал Пеппера, так же, как и у Дина. Сейчас даже может выйти вперед. Но Дина вернул на паркет Звезда Дмитрович. А вот второй не забивает Рэнди Кал Пеппер. Вернон Гудрич против Ричарда Гуина. Нет, Гудрич не забивает. Коваленко, как всегда, борется за подбор в любой ситуации. Кал Пеппер здесь на скорости мяч упускает. Пустовой. Вместо Гудрича выйдет. ...60-61. Ферро впереди. И Вилли Дин. Дальняя попытка. Нет, не точно. Побороться за подбор было некому из игроков Химика. Все были отсечены. Шеппел. Ну, здесь придумал какую-то сверхсложную передачу Джереми. Останавливается Коваленко. Отдает мяч Вилли Дину. Вилли Дин из-под игроков пытался эти два очка набрать. Коваленко-то накрывает, но перед этим был фол внизу. И снова Рэнди Кал Пеппер станет на линии штрафных. Виталий Коваленко, номер 6, второй фол. ...25 очков Рэнди Кал Пеппера. Вот уже и 27. 60-63.
КЛП продают отдохнуть, Кэмерон Мур в игру вернулся. Вилли Дин, 2.5. Ну, Кэмерон Мур так, как ни в чем не бывало. Фол дают, правда, не ему, а Дэниелу Вернеру. Лешич вместо Шеховича выходит. Три очка в одной атаке. Вилли Дин набрал. Ну и 28 очков теперь у него. Шеппел. Против него Лешич. Шеппел со средней дистанции не забивает. Джереми. Подбор очередной забирает Виталий Коваленко. И, естественно, дальше мячом будет распоряжаться Вилли Дин. Никто иной. Сава Лешич очень хороший старт этого матча провел, но после этого ушел в тень того же Вилли Дина. Сдваиваются большие химика против Ричарда Гуина. И один из них, а именно Виталий Коваленко, нарушает правила. И Ричард Гуин снова выводит Ферро вперед. 63-64. После второго броска замена у Ферро. Калпепро возвращается в игру. И выходит Лебединцев. Отдыхает, идут Шеппел и Мур. Того поменяли. Сейчас Кирилл Большаков попытался все-таки исправить замену. Кэмерон Мур должен остаться на площадке. Вернер должен был уйти. Но все-таки арбитры показывают, что как замену произвели, так уже и играете. Десять секунд есть еще. Видит Вилли Дин, сколько времени осталось. И здесь Калпепер. Достает все-таки Вилли Дина фолом. Вилли Дин, к сожалению, не забивает. Он этот штрафной. Второй мяч в корзине, 64-65. Но порадовался промаху Вилли Дина. Рэнди Калпепер якобы намекая на то, что закон на его стороне. Обе команды на 5 фолах. Соответственно, сейчас все нарушения правил пробиваются. Но осталось-то играть. 34,5 секунд в третьей четверти. Гуин не забивает. И снова Коваленко первый на подборе. Дэвид Джозеф уходит от Калпепера. Обыгрывать рыбалка не стал. До конца будет Вилли Дин тянуть. Хотя там 2 или 3 секунды останется еще на ответ у Ферро. Дальняя попытка Савы Лешич. Савы Лешича не точна. Калпепер скорость набирает, и Коваленко с центра площадки нет. Естественно, Виталий не попадает, хотя было бы забавно, если бы все-таки мяч влетел в корзину. 64-65, такой счет после 3 четвертей этого матча. Разница в счете опять же 1 очко всего-навсего, но Ферро по-прежнему впереди.
Федерація баскетбольних клубів України Суперліга висловлює свою подяку спонсорам та партнерам. Технічний партнер Суперліги та офіційний м'яч Суперліги – торгівельна марка «Адідас». Телевізійний партнер – телеканал «Новин 24» та телеканали «Спорт-1» та «Спорт-2». Дивіться трансляцію матчів Суперліги на телеканалах «Спорт-1» та «Спорт-2». Генеральний інтернет-партнер – «Спортбігмір.нет». Інформаційний партнер – інтернет-портал «Чемпіонат.ком». Итак, четвертая четверть матча «Химик» Ферро за НТУ. Счет 64-65. И мы продолжаем игру, как будто бы она только начинается. Все абсолютно на равных происходит в этом матче. Вилли Дин решил забить еще одну треху. Ну, причем так, очень легко и непринужденно это сделал. А тут еще и... Химик заставляет Ферро терять мяч. Кроме того, что Химик впереди 67-65, Вилли Дин набрал рекордное для себя количество очков в этом сезоне. 32 у него уже. Дево Джозеф первый на подборе. Дево не забивает он со средней дистанции. Снова мяч у Химика. Очень сейчас напряженный момент как для южинцев, так и для Ферро. Им нужно все-таки отзащищаться. У Химика два захода уже было, с которых они очки не набрали. Здесь мяч в ногу Кэмерону Муру попадает. Двойная замена у Ферро. Вернер вместо Куина, вместо Рыбалка выходит Буцкий. Буцкий, напомню, с четырьмя фолами. Балка остается на площадке. Ушел Лебединцев. 10 секунд есть у Вилли Дина для того, чтобы придумать, как завершать эту атаку. И Артем Пустовой. Ну, успевает он атаковать, а Сава Лешич снова забирает подбор. И уже полторы минуты, наверное, где-то атакует Химик. Но не полторы, это уж я загнул, наверное, минуту все-таки. Ну, наконец-то попал Суат Шехович. Сколько сегодня у него было попыток. В 70-65. 5 очков в плюсе у Химика. Но это только начало четвертой четверти прекраснейшего матча, который нам сегодня дарят команда из Южного и Запорожья. Александр Рыбалка с мячом. Прессингует его Суат Шехович. Кэмерон Мур. Атака со средней дистанции. Вилли Дин высоко выпрыгивает. Забирает этот подбор чуть ли не у Савы Лешича. У своего партнера по команде. Вилли Дин заигрывает Пустового. Артем, 2 очка. 72-65. Да, публика сегодня, конечно, в ударе. Ну, такая игра. Рыбалка, 3 очка. Вот такая игра у нас сегодня. 72-68. 4 очка разница. Еще ничего не решено в этой встрече. Рыбалка таких мячей в своей карьере забивал очень и очень много. Да вот Джозеф. Сава Лешич пробирается все-таки под кольцо, но, опять же, слишком сильно от стекла пытается он мяч отправить в корзину. Снова атака Ферро. И в ней Вернер отличный пас отдает на Кэмерона Мура. Кэмерон Мур сверху, 72-70. Красивейшая атака от Ферро. И вот Джозеф. Ну, так нельзя, конечно, отдавать передачу. Джозеф знает, что вот так можно бросить зато. 75-70. 3 очка от Дево Джозефа.
Рендикал Пеппер. 3 очка от Рендикал Пеппера. С ума сойти. 2 очка снова разница в счете. 75-73. Шикарная игра. Сава Лешич. Его дальняя попытка. Нет, не идет мяч в корзину. И маленький Рендикал Пеппер выигрывает подбор. Забирает мяч прямо перед носом у Артема Пустового. И Пустовой вынужден фолить. Здесь, ну, не вынужден, скорее всего, фол этот, естественно, не специальный. У Пустового первое персональное замечание. И это всего-навсего первый фол в этой четверти, в которой почти 4 минуты сыграли команды. 75-73. Впереди Химик. Но в атаке сейчас Ферро. И с мячом Джереми Шаппел, который чуть не потерял мяч. Фол нападения дают Дэниелу Вернеру. Сбоку Химик будет водить мяч в игру. Дево Джозеф. Ну, здесь уж Вилли Дин как только мог пытался получить эту передачу на позиции пятого номера, оказавшись. Передачу от Шеховича. Дэниел Вернер. Слопотал свой пятый фол и досрочно закончил эту встречу. Ричард Гуин вместо него. Вилли Дин. Видит он коридор, в который можно заходить, из которого можно набирать очки. Ну, посмотрим, засчитали ли арбитры. Да, 2 очка считать, это 2 с фолом. И четвертый фол для Джереми Шаппела. 77-73. Третий команды фол по РЗТУ. Вместо Дево Джозефа выходит Попов. Коваленко меняет Пустового. Без номинального пятого номера остается сейчас Южинский Химик. И штрафной Вилли Дин забил. 35 очков Вилли Дина. Против пока 30 очков Рэнди Калпеппера. Кэмерон Мур не забивает. Вилли Дин сохранил мяч. Набирает скорость. Передача на Саву Лепшича. И того буквально оседлал сейчас Ричард Гуин. Но здесь Ричард абсолютно нормальный парень. И соблюдая правила фэйрплей, извинился он перед Савой Лепшичем. Четвертый фол, кстати, и у Ричарда Гуина. А здесь что, арбитры дали умышленный фол? Неспортивный фол дали Ричарду Гуину. Лешич, кстати, сейчас очень важные... Стратегически, наверное, можно так сказать, важные штрафные исполняет. Первый забивает, 79-73. И второй мяч в корзине. Давай, давай, скандируют болельщики Южнинского Химика. Вилли Дин пока придумывает. И дает вот такой вот бросок. Во время броска на нем фолит Артем Буц. Пятый фол для Артема. Рыбалка вместо Буцкого. Но один за одним покидают поле боя бойцы Кирилла Большакова. Похоже, что сегодня Ферро попытался перенять тактику Химика в защите в первую очередь. Естественно, что в атаке Ферро никогда, наверное, не поменяет свою манеру игры. А вот в защите
сегодня попытались сыграть запорожцы жестко, попытались сыграть под фол. И вот к чему пока это приводит. Кстати, у игроков химика тоже фолов очень много. По три персональных замечания у Попова, Шековича и Коваленко, по два фола. У Вилли Дина, Александра Рябчука и Савы Лешича. И Дево Джоз тоже два персональных умения. Ну и ряд игроков еще по одному фолу. Тем временем в Киеве Будивельник проигрывает Одессе 76-83. Днепр-Азот всего 3 очка уступает на своей площадке Донецку. 44 очка, прошу прощения, 52-56 уже там все. Кривбасбаскет дома проигрывает Говерле 29-32. Мы же продолжаем смотреть наш суперматч, в котором Химик пока выигрывает у Ферро 82-73, но здесь запускает под кольцо Ричарда Гуина, и он 2 очка отыгрывает. 82-75. Играть еще 4 минуты 35 секунд в четвертой четверти. Разница в счете 7 очков. Это не так уж и много. За то время, которое осталось, отыгрывать эту разницу можно. Ну, пока по дуге мяч гоняют южницы, а тут Кэмерон Мур подталкивал Саву Лешича во время атаки. Для Мура это третье персональное замечание. Кэмерон Мур, номер 22, третий фол. ...83-75. После первого забитого штрафного Савы Лешича. Второй мяч в корзину не идет. И подбор у Александра Рыбалка, который пытается быстро перевести игру к атаке своей команды. Ну, здесь потолкались друг с другом Коваленко. И Мур. Виталий Коваленко получил 4-е персональное замечание. И это 5-й фол для Коваленко. Коваленко превосходно сегодня работал в первую очередь на подборах. И, конечно, сейчас будет Химику не хватать этого игрока. Рыбалка не забивает первый штрафной. Но зато забивает второй. И еще одна попытка, так как бросок был трехочковым. И второй не точно, а подбор у кого будет? И подбор забирает Сергей Попов. Всего один из трех попал Александр Рыбалка. Семь секунд и мяч у Вилли Дина. И Вилли Дин атакует со средней дистанции. Не точно. А Сава Лешич в падении уже практически забирает подбор. От Шехович. Сергей Попов. Снова мяч у Вилли Дина. На лицевую отдают Саве Лешичу. И тот забивает еще 2 очка. 85-76. Джереми Шаппел вернуться в защиту. Южницы не все успевают. И здесь вяжет Сергей Попов Шаппела. Шаппела.
Сергей Попов, номер 4, четвертый фол. И четвертый фол у Попова. Ну, да, сейчас Звезда Дмитриевич Сергею сказал, что фол-то... Ну, или, если уже видишь, что не успеваешь, да, в этой ситуации три фола было у Химика. Сейчас Попов фолит и выводит Шапола на бросок. Уже тогда, если здесь не успевал Попов, Дмитриевич объяснял ему, что фолить уже не нужно было. Уже нужно было отпускать здесь игрока. И сам Попов-то сел на 4 персонально. Шапол один из двух забил. Но вот таким слегка оправданным получился этот фол Сергея Попова. Все-таки одно очко, а не два, зарабатывает Джереми Шапол. Вилли Дин, что творит? 40 очков. Вилли Дин. 88-77. Практически половину командных очков заработал именно Вилли Дин. Мяч долго думал и принял решение. 88-79. Шехович никуда не спешит, понимает, что спешить не нужно. Велидин играет на Шеховича. Ну, зачем нужно было это введение, эти лишние передачи? Время там заканчивалось, нужно было либо Гудричу атаковать уже самому, либо раз уж отдал Деву Джозефу, Джозеф так вообще лицом находился 24-секунднику, но, судя по всему, и он не видел оставшееся время. Но уж если Кал Пеппер не забивает. У Рэнди 32 очка, он отстает на 8 пунктов от Вилли Дина. Эти двое нам сегодня... Ой-ой-ой, дважды мимо. Эти двое сегодня показали нам просто сумасшедшее противостояние, очное, между собой. Два первых номера, два ярчайших игрока украинской суперлиги. И один из них пока порезультативнее на 8 очков. И его команда впереди, ближе пока к победе Химик. Шехович получает фол. Четвертый фол у Саада Шеховича. Но все хорошо, что хорошо кончается здесь, наверное, для Ферро, можно так сказать, потому что ну, на ровном месте там сейчас фолил Саад Шехович, а 5 командных уже есть, и Кэмерон Мур теперь уже отправляется на линию штрафных. Но не дрогнула рука у Мура. 88-80. Еще минута 46. Еще есть время у нас для того, чтобы понервничать в концовке. Минута 45 тут уже осталось. И 7 очков разница. Да вот Джозеф. И оставалось 3 секунды всего-навсего. Дэвид Джозеф опять вынужденный бросок делает. А до конца играет с Кал Пеппером Вилли Дин. И мяч покидает пределы площадки от рук баскетболистов Ферро. Тайм-аут берет Звезда Дмитриевич. Минута 8 секунд остается до конца четвертой четверти. Его команда выигрывает 7 очков у Ферро, но... Пока вот сталкивается с определенными проблемами в развитии атаки. Пытаются южинцы их затягивать до последнего. Естественно, выигрывая для себя время. Но вот уже давненько очки не набирали. Тем временем в Киеве тоже интереснейшая концовка. Будивельник проигрывает Одессе 85-87. Днепр Азот уже вышел вперед в матче с Донецком 62-61.
И Кривбас Баскет выровнялся в матче с Говерлой. Там ничья 36-36. Ну а в нашей игре счет 88-81 в пользу Южинского Химика. И играть еще 68 секунд в четвертой четверти. В атаке Южинский Химик, ну, который, естественно, из 24 секунд, наверное, секунд 20 будет мяч держать. Шекович оставляет мяч Вилли Дину. Дин передачу на Шековича отдает. Суат заряжает дальний и не попадает. Контратака Ферро. 40 секунд осталось. Джереми Шаппл. Ричард Гуин. Оставили его одного на периметре. И Ричард попал. И Ричард наказал тут же. 88-84. Химик просто пытается додержать мяч до победного конца, но Ферро это понимает прекрасно. И фолит Кэмерон Мур, срывает это затягивание времени и тем самым выводит Суада Шековича на штрафные. Шекович попадает. Попадает один из двух, а Ричард Гуин, казалось бы. Вот он, еще один шанс. Забери сейчас Гуин подбор, проведи Ферро быструю атаку. И даже 2 очка, если бы забили, 89-86, всего 3 очка разница была бы. Ну а так разница остается. 5 очков и Суат Шехович заколачивает мяч сверху. 91-84, у Ферро остается 14,5 секунд. Не сдается Кирилл Большаков ни в коем случае. Он берет последний тайм-аут, который есть в его распоряжении. И попробует все-таки настроить свою команду на то, чтобы побороться в концовке. Но мы констатируем факт того, что Будивельник дому проиграл Одессе. Завершился там матч со счетом 85-87. Одесса вырвала победу в Киеве у Будивельника, у лидера Суперлиги. Ну а у нас концовка матча Химик-Ферро. 14,4 секунды. И мгновенно фолит зачем-то. Опять же, непонятно зачем. Вернон Гудрич. Отправляя Кэмерона Мура на штрафные броски. Ну а Мур тогда, когда вот прям очень необходимо было забить ему первый, может быть, и был смысл попробовать смазать второй после забитого. Побороться за отскок и попробовать забить еще с игры. Один из двух реализует Кэмерон Мур. Мяч получает Вилли Дина, дает его Суаду Шеховичу.
Ну и все. Вот и все. Закончилась борьба. Закончился этот тяжелейший просто матч для двух команд, которые сегодня старались очень сильно. Очень старались победить обе команды. Откровенно говоря, сегодня хороши были и те, и другие. И баскетбол получился, ну, мало того, что результативным, счет 91-85, победа Химика над Ферро, так еще и прекрасное противостояние первых номеров. Рэнди Калпеппер против Вилли Дина. Вилли Дин сегодня победил, потому что победила его команда, и потому что Вилли сегодня забил 40 очков в корзину Ферро. Но какой бы ни получилась эта игра, это баскетбол, и сегодня мы увидели очень красноречиво, за что мы его любим. Поэтому давайте продолжать любить баскетбол. Ближайший в Южном, кстати, состоится воскресенье. Химик будет играть дома против Кривбас Баскета. Но мы надеемся вас на этой игре тоже увидеть. На этом мы трансляцию завершаем. Режиссер трансляции Дмитрий Колесниченко. Матч для вас комментировал Денис Новиков. Всего вам самого хорошего. До свидания. Treasure. I'm